Так, друзья, всем большой привет. Мы находимся на Стокфесте 2021. У нас в гостях человек уникальный. Великолепный пример того, как в одиночку фактически можно сделать хороший... Как зарабатывать на стримерах. Это хорошо. Это Рутони, знаменитый разработчик мультичата. Ну, как лучше назвать твой приложение, программный продукт? Собственно, так оно и есть, просто это инструмент для стримеров. Он может все. Ты уже его разрабатываешь, наверное, лет 5-6. Кстати, вот, наверное, на днях была юбилей. Это как раз 5-6 лет, наверное. Просто был какой-то момент, он разрабатывался в ESTM, когда еще с Кадатом. Там история, там и программы, она вообще интересная. Есть такой стример, никому не известный, зовут его Гитман. Вот, он сказал, хотел бы какую-то программку, вот, а на тот момент были альтернативы там какие-то, типа СК2ТВ. Там они распространялись, грубо говоря, да? Я на коленочке сделал за вечером. Вот, собственно, так и работает с тех времен. Кривые косы, вот, он распространяется уже для всех. Ну и пользуется порядка, наверное... На самом деле, цифра, наверное, небольшая. Где-то в районе 15-20% стримеров. Просто их, на самом деле, очень много стримеров. Прям очень много. То есть ежегодно... Я не знаю, ты, наверное, сам эти цифры знаешь? Не-не-не, я не интересовался этим. Ориентировочно в год плюс-минус новых стримеров в районе 50 тысяч. 50 тысяч. Это только СНГ. Но мое... КПД, конечно, наверное, дико низкий. Друзья, я прошу прощения за звук. Я не знаю, как там у нас работает технология шумоподавления умная. Вот, и микрофоны от HyperX, поэтому надеюсь, что там все хорошо. А ты разрабатывал долгое время один, но вроде как у тебя потом хелперы появились, нет? Или ты не делал? Я только занимаюсь один, периодически просто занимаются какие-то люди, которые просто помогают что-то сделать. Просто нужно понимать, что это, пускай даже и коммерческий продукт, он единоразовая продажа, да, и, соответственно, просто потом я осуществляю какую-то поддержку и прочее. И приходится, соответственно, там что-то подрастрабаться, целые технологии и прочее. На это тратится какое-то время. У этого всегда достаточно много времени. Вот. И, конечно, хотелось, чтобы какой-то штат попроще, но это маленький продукт. Это маленький. Просто он как бы достаточно известный, но это маленький продукт. Я наверняка думал о том, чтобы перевести это на подписочную модель. Да, да, там это все было. Я же со стримами, наверное, порядка 10 лет, да. То есть я начинал там с К2ТВ, Гудгейм, соответственно. Ну, практически сразу с К2ТВ ушел на Гудгейм. Да ладно, не обязательно. Не, ну я что делать? Я не люблю искать. Да, еле. Да, бывает. Хорошо, ты наверняка сам постримивал, а может даже сейчас стримишь, я не знаю. Да, стримлю иногда. А что стримишь? А последний раз я стримил со Скэтманом и Оадом. Мы стримили Вальхейм. Я, конечно, натыкался на отголоски по клипам от этого коопа. Да, да. Это можно, да. И сейчас там время от времени факторил. Вот. Ну, я, на самом деле, где-то год назад стримил активно. Я стримил Тарков и даже практически на партнера. Дошел вот и час. Ух ты! Ну, то есть у меня был онлайн что-то в районе... Неплохо. То есть я как бы был уже такой, ну, потом что-то резко надоел. Ну, это опасная дорожка. Начнешь стримить, забьешь на продукт и все. Легкие деньги, они портят людей. Стриминг легкие деньги. Ну, когда если спустя 2-3 часа ты уже такой сидишь, и сосипший, вспотевший. Еще нормально, надо просто приноровиться, и все, и будешь по 8 часов разговаривать. Нет, ну это очень тяжело говорить. По 8 часов, я имею в виду, а не просто в целом. Ну хорошо, какие планы по разработке у тебя? Планы следующие, где-то ориентировочно в районе месяца, полтора. Возможно, даже будет новый конструктор оповещений, система оповещений, вот эти вот алерты и там прочее. Вот. При этом планируется все это сделать, организовать, что будет максимально профессиональный софт.
Вот. То есть чуть ли как не видеоредактор такой прямо сидел. Звучит серьезно. Ну, хорошо. Вот, я надеюсь, стримеры оценят, потому что это вот такая, что программа есть несколько слабых из, и конструктор по идее нет слабых. Просто конструктор текущий, он появился, когда появился Twitch Alerts, и конструктор у меня появился в то же самое время. Где сейчас Twitch Alerts, и ты, и я. Я конструктор практически не поменялся. Очень давно. Ну, ресурс совсем разный. Окей, ну хорошо, что ты собираешься стремиться дальше? Может быть, это самое... На тебя ссылочку, на ГГ? Или ты на Твиче только стримишь, а? Я на Good Games, я стримлю на Twitch. А еще YouTube, который постоянно... Все мутит и ломает. Да. У них, кстати, появилась эта тема, что теперь нужно кнопочку прожимать кнопочку для начала трансляции. Ну, короче, не важно. Там меняют реально систему постоянно. Напоследок что-нибудь скажи хорошее, жизнерадостное. Ты там, да. Все нормально у тебя будет с разработкой, да? Не устал ты? Надеюсь, устал. То есть мы, меня вчера приехали. А, я уже устал. Вчера там донейшивали сумму, я уже устал, короче. Сегодня там до часу пытался поправить ошибку из-за того, что ввели региональные цены на Твиче, на подписке. Сейчас прилетели там 100 000 подписки и начали появляться проблемы. Вчера написал Олей. Гейб, сам. Ну, лапа, Олей. Ну, это который, соответственно, сказал, что вылетает, выбивает. Надо было там прям срочно разбираться. Ну, проблема не решилась. Сегодня будет решаться уже ближе к ночи. Это вечная проблема с программами, что приходится прям очень много делать всего. Вот. Все. Спасибо тебе за то, что стараешься. Я пошел. Да, давай.